В рамках программы «Башкирское долголетие» на отдых в Белоруссию отправят 2000 пенсионеров. Об этом в ходе оперативного совещания правительства сообщил министр предпринимательства и туризма Рустем Авзалов. По его словам, программа тура рассчитана на 8 дней. Стоимость на человека составит 40 тысяч рублей. Путевка включает прямой перелет из Уфы в Минск и обратно, проживание в отеле или пансионате, трехразовое питание, экскурсии на комфортабельном автобусе. Участники программы получат скидку в размере 15 тысяч рублей. Таким образом, им нужно будет заплатить не более 25 тысяч рублей. Рустем Авзалов также рассказал о продвижении этого проекта на другие страны-партнеры республики, такие как Иран и Узбекистан. Проект предлагает 2000 представителей старшего поколения из Башкортостана в Беларусь на условиях субсидирования из бюджета части затрат туроператора в размере не менее 15 тысяч рублей. Общий объем средств, необходимый для реализации данной программы башкирско-белорусского долголетия, составляет 30 миллионов. Соглашусь, что кажутся они дороговатыми, поэтому здесь, мне кажется, не все возможности исчерпаны для снижения цены. Работать надо и для нас, и для жителей республики, тем более уже пожилого возраста, да, такие деньги-то откуда взять? Андрей Назаров привел в пример предварительную договоренность об организации отдыха детей, которую удалось достичь в ходе визита делегации нашей республики в Абхазию. Стоимость суточного пребывания ребят из Башкортостана будет дешевле, при этом их обеспечат качественным питанием и поселят недалеко от побережья.